What's up? Бля, в прошлом месяце, короче, не ел junk food, и сейчас у меня нету этого запрета на хавчик. Я пиздец рад, я могу хавать Макдональдс. Добрый день, это сколько на улице? Здравствуйте. Перчатки. Да. Где нам заказ был? Куда хочешь? Здравствуйте. Что это будет? Мне, пожалуйста, биг тейсти с двойным соусом. Биг тейсти обычный или с сыром? Не, обычный. Один чизбургер. Чай зеленый, холодный, горячий. Холодный или горячий? Горячий, горячий. Зеленый чай. Да, картошечку фри. Большой? Угу. Да. Соус к ней? Ой, соус. Соус пекут. Сырный давайте, барбекю и карри. Карри нету, вышел из продажи. Дайте карри, пожалуйста. Вышел из продажи. Почему? Соус вышел из продажи. Не грубите мне, пожалуйста. Я ответила, что его нет. Вышел из продажи. Не грубите, не надо. Позовите менеджера, пожалуйста. Вот они. Менеджеры. Вон Наташа, да. Здравствуйте, а соус карри? Вывели из меню давно уже. Почему? До пандемии. Это централизовано. Дайте мне соус карри, пожалуйста. У меня нет соуса карри. У нас нету в ресторане цель. Я могу вам показать ресторан. Но, к сожалению, не буду. Я понимаю вас прекрасно. Так, нет, девушка. Вы понимаете, вот я вот сейчас вот никак не могу вашу проблему решить, потому что... Мы уже давно. Я могу вам просто показать ресторан. Нет, я просто хочу получить соус карри. У нас нет в меню соуса карри, так же как и нет. Эфире. Короче, это пиздец. Мне не дали соус карри. Это бля, я... Соус, шутки. Один из. Что за хуйня? Короче, Baby Tape в поисках соуса карри. Мы сейчас едем в еще один Макдональдс. Я надеюсь там найти соус карри. Это пиздец. Нет, типа, они начали выебываться, то, что, типа, мол, блядь, нет соуса, ну, типа, не знаю, мы хуй забили, сейчас решили в другой Макдональдс поехать. Блядь, я люблю соус карри. Я реально люблю соус карри. Бля, я не успокоюсь, пока я соус карри не получу. Нет, типа, я реально, я думал, сейчас точно похаваем, блядь, соус карри, типа. Может, остатки где-то есть, сейчас идем похаваем, заводим. Сказали, у них закончились или они убрали что-нибудь? Нет, она крипто говорила, что там говорит, непонятно. Сейчас поедем выяснять. Бля, мы найдем соус, реально. Мы найдем соус. Если у них его не будет, блядь, я поделюсь своим. Ха. У меня есть соус на продажу. Эй. Что? А, блядь. Пиздец. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да-да. То что будет? Я буду биг тейсти, картошку, соус карри, чесночный. Чесночный же есть, так, да? Да, чесночный. Да, и вот. А вы что будете? Я цезар ролл и вата возьму кофе. Биг тейсти, картошку, соус. Базар. Здравствуйте. Чай еще зеленый? Не-не-не. А дай девушке соус. Здравствуйте. Будьте добры, три биг тейсти. Один тебе двойной? Нет, двойным соусом. Двойным соусом. Два с двойным соусом. Три биг тейсти? Да, три биг тейсти. Один цезарь ролл. Добавить туда доп соус, да? Да, можно добавить.
Цезарь ролл. Везде, да? Да. Можно нам двадцатку наггетсов? Можно не так быстро? Цезарь ролл? Да. Ага. Двадцатку наггетсов. Да. Кто сырный? Да, сырный. Будьте добры, еще барбекю, чесночный и 4 соуса карри. У нас карри нету. Соус карри еще? Нет, у нас нету карри. Почему? Не знаю, отменили. А кто знает? Ну, я не знаю, у нас нет больше сейчас карри. А кто знает? Соус карри. Да. Ну, нету больше. Коль! Коля! Во-первых, доктор Акаша, почему нас отменили соус карри? Здравствуйте. Вышел с продаж. А? Вышел с продаж. Ну как, я всегда приезжал за соусом карри. Это мой любимый соус. К сожалению, уже, наверное, целый год нет. Меня не предупредили. Почему вы сняли с продажи? Почему его сняли с продажи? Не могу ответить на этот вопрос. Я а кто может ответить? С продажи. Он вышел с продажи год назад. Молодой день. Меня в России не было. Ну, сейчас с одного отправили к вам. Мы в другом маке были, нам говорят, у нас его нету, мы идем в другой, и у вас тоже нету. Его нет в компании, в принципе, его не можем менять. Сказали, что не надо нам грубить, пожалуйста. Я просто хочу соус карри. Нет, вы грубите мне. И что делать? Я хочу соус карри получить. Можете взять такой другой соус карри. Нет, я хочу именно соус карри. Все мои друзья хотят соус карри. Зачем нужно наггетсы без соуса карри? Я не хочу ничего другого. А что мне делать? Мужчина, когда выходит? С тобой разговаривать, как будешь. Что вы грубите? А? Что вы сейчас грубите? У нас нет в продаже соуса, да. В смысле, вы сейчас нормально. Я спрашиваю, что сделать? А что? А как? Ну, а... Да, что сделать? Дайте книгу жалоб, я не знаю. Ну, его вывели из продаж, это же не одна... Ну, в одном Макдональдсе были, там говорят, у нас нету, типа, там, езжайте в другой. Мы езжаем в другой, и потом... Значит, куда дезинформировать там Макдональдс? В смысле дезинформировать? А куда? С кем нам тогда нужно поговорить? Ребята, это просто полный пиздец. Короче, рассказываю, что сегодня произошло. Мы с пацанами решили заехать в Макдональдс. И ебать, там не оказалось соуса карри. Бля, ребят, я человек простой, мне дохуя не нужно. Дайте мне, пожалуйста, в Макдональдсе Биг Тейсти, наггетсы и мой любимый, сука, соус. Соус карри, блядь. Бля, без пизды, меня в нашей стране все устраивает, нахуй, когда в наших Макдональдсах есть ебаный соус карри, блядь. Мы заехали сначала в один Макдональдс, там нихуя вообще не оказалось. Заехали, блядь, во второй, там тоже нихуя не оказалось. Позвали менеджера, он нас вообще нахуй чуть не послал. Блядь, скажите мне, нахуй нужны наггетсы без соуса карри? Пиздец, блядь.